7 ноября, в День воинской славы России, в Твери прошла молодежная патриотическая акция «Равнение на бессмертие». Репортаж с места событий. 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве прошел военный парад, который по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Парад было решено провести для укрепления морального духа Красной армии. Прямо с главной площади страны бойцы отправлялись на фронт. В честь этой памятной даты в Твери на площади у обелиска Победы в 11 часов состоялся торжественный митинг. Собравшиеся почтили память погибших героев минуты молчания. Центральным моментом акции стало торжественное прохождение колонны, состоящей из 250 воспитанников военно-патриотических объединений и юноармейских отрядов Тверской области. В числе почетных гостей акции – ветеран Великой Отечественной войны Спартак Андреевич Сычев, который обратился к представителям подрастающего поколения с напутствием. Рассказал о страшных событиях военных лет. Была тяжелая и трудная борьба. Мне пришлось воевать с самого начала и до конца. В стороне было тяжелое положение. И вот парад, который прошел на Красной площади 7 ноября 1941 года, возвестил о том, что мы победим. Закончился торжественный митинг возложением цветов к обелиску Победы.